Ну что ж, всем здравствуйте. Неспроста я сейчас нахожусь около экономического университета. Я иду голосовать на выборы. Как гражданин Российской Федерации, имею полное на это право. Посмотрим, будут ли какие-то массовые нарушения на данном избирательном участке или не будет. Но одно нарушение я уже заметил. Дорожки хоть чищенные. Сейчас я покажу. Ага, вот. Видите, дорожки очищенные, но довольно-таки скользкие. Последний раз я здесь голосовал в 2014 году, когда выбрали губернатора Меркушкина. Я тогда, конечно же, не за него голосовал, а за... Фамилию не помню, но какой-то воспитатель детского сада от Патриотов России. Вот сейчас иду отдавать свой конституционный долг. Камера есть. Мелочь. Мелочь есть. Вынимается. Заставили мелочь вынимать. Мелочь. Что такое мелочь, что угодно сработает. Ну, у меня давно, понятное дело, для расходов, а тут не успел. Ручку. Да, проще было. Черт, все равно осталось. Я бы ничего не дал, выйти заново. Ага. Все, заходи. Ну вот, видите, у меня больше ничего нет. Все хорошо. Меры безопасности. Все металлическое на все попало. Заставили, я на камеру покажу, заставили вынуть мелочь. А мелочи много. Мелочи очень много, сами понимаете, нужны на оперативные расходы. Иди сюда. На стол, сумочку, все металлические предметы из кармана. Вот. На стол, все металлическое. У вас в руках тут. Конечно. Он так не пропищал. А. Вот, ну, все хорошо, сумочку скажу. Проходи, проходи, проходи. Скажите, что. Такие вот. Такие вот меры безопасности. Первый раз у меня на мелочь сработало, обычно только на ключи. Мы пойдем. Вот тут организовали буфет. Ну, в общем, все делают, чтобы заманить избирателей на участок. Да, тут там начинаешь еще не только голосуешь за президента, но еще за благоустройство. Так, это не наш. Ох. Сейчас мы посмотрим. Цеткарме 130А. Вот номер. 330-06.
30.06 нам нужен. Идем дальше, дальше. Ух ты, международного бизнеса. 121 кабинет. Того, кто учился, респект. Фотографии давайте посмотрим. Ну-ка. Да ни одной знакомой рожи. Ну, понятно, я тут не учился, но все равно. 3306. Так. 3306. Ага, вот я к вам. Сейчас, минуточку. Здесь вот где галочка расписана. Сверху? Да, вот прям так как есть. Ага. Вверх ногами. Все. Паспорт забираешь, бюллетень. Бюллетень, пожалуйста, проходит вот в кабинке, опускается вот. А там есть ручка, да? Да, там ручки есть. Девушка, а тут ручки нет. Вот так вот, недочет. Недочет. Так, надо накрыться сейчас. Так, вот я. Вот я. Сейчас голосую, давайте зафиксируем, значит. Всех по списку. Так, Бабулин, ну, это список в интернете видели, Путин, да, как будто, вот, обратите внимание, что как будто не служил в КГБ, просто написано президент Российской Федерации, и все. Так, ну, я так буду голосовать за нее, да, за единственную женщину, какой бы она ни была. Так, ставлю галочку. Кривая галочка, но видно, что это галочка, а не какой-то там крестик или что-то в этом роде. Фу, вот так вот налепил. Сейчас еще, чтобы было четче видно, за кого я. Вот так вот. Так, это мы. Что это у нас? Что-то мы можем на сайтах. Ну все, что, эту бумажку я конфискую. А этот бюллетень надо опустить. Вот. Вот так вот я опускаю бюллетень. Покрупнее возьму. Все. Бюллетень в урне. Ну, пойдем. Возвращаемся обратно. И еще одно важное дело. У нас благоустройство. То, что фишка Азарова на этих выборах. Ну там ты голосуешь за то, что какой двор первым отреставрируют, отремонтируют. Называйте как хотите. Ой, мация приемной комиссии. Кому интересно. Так.
Так, интернет олимпиада для школьников. Сейчас мы узнаем, где же нам голосовать за дворы и сады. Это у вас за дворы голосовать? Да, да, да. На парке есть гордость. Есть желание, пожалуйста. Да, есть желание. Пожалуйста, напишите фамилию, имя, отчество, где проживаете. Нет, паспорт, фамилию, имя, отчество, где проживаете. А конкретно где прописано или где проживаю? Прописку. Вот три бюллетени. Ну, посмотрим. Здесь за благоустройство дворов. Это не совсем дворы. Так. Парк молодежный. Ух ты, на Воронежских озерах я был. Что? За молодость проголосую. Может, несколько галочек стоит. А, тогда сейчас за Воронежский еще. Так, где тут еще? О, вот это надо. Вот туда на пересечении Авроры и Гагарина. Так. Тут тоже несколько можно? Да, да, да. Ну, вот тут тоже, вот сюда мы тоже поставим. И вот сюда, сквер Чехова, я знаю. И вопрос по поводу стены на площади Слава. Нет, конечно же, открыть, да, да. Открыть вид на Волгу, конечно же. Все, спасибо. Вот так вот я проголосовал. Ну вот там сидят за выборами. Угу. Ну что, вот так вот. Понятное дело, что все так называемые карусели. Не остановил я запись. Так вот, все так называемые карусели будут, скорее всего, под вечер, то есть под закрытие избирательных участков. Ну, когда уже все проголосуют. Но тем не менее, я сходил, проголосовал и сделал репортаж, отдал свой конституционный долг. Голосовал за эти самые благоустройства территорий. Что-то все. А, ну еще вот покажем. Вот тут вот, короче, в 2014 году, когда голосовал, голосовали за губернатора, тут оркестр играл. В сентябре 2014, я сейчас как помню. А сейчас нет, зима. Так, Стелла, план прием готовки на бакалавра. Туризм. Да, в общем, короче, немало испытаний надо пройти, чтобы поступить в эту самую экономическую академию. Ну что ж, на этом все. Пока.